Целое здание обратилось в руины. Под ним находился крупный подземный объект. Возможно, именно в этом причина перебоев с энергией. Я получила ваше сообщение, сэр. Эй, что вы? Уберите это! По всей вероятности, это был мощный взрыв. Если в здании были люди, они просто не могли выжить. Идентификация выполнена. Рехнулся! Экипировка не готова! По подрыву власти как акт отчаяния. Последний раз предлагаю вам задуматься о будущем. Внимание! Параметры жизнедеятельности нестабильны. Начинаем нейродегенерацию. Рекомендуем вам как можно скорее прекратить без... Я настроил систему на перехват любых видеопотоков. Надеюсь, все готово. Давай, вставай, мы боялись тебя трогать, пока твой костюм шумел. Пошли, пора выбираться отсюда. Предлагаю Вам посмотреть на вещи трезво. Уже сейчас очевидно, что вы обречены на поражение. Ваши люди немногочисленны и плохо обучены, а магистрат располагает неограниченными ресурсами. Надеюсь, мой костюмчик воды не боится. Спасибо, Крона, тут всегда дождь. Ваше непонимание и попытки сопротивления вызвали эскалацию напряжения. В результате мы были вынуждены казнить всех военнопленных. Это пошел отсюда. У Крона этот, типа, паук, громадина. Если не поверишь. Если вы не прекратите бессмысленное кровопролитие, вас постигнет даже участь. Я сказал, пошел отсюда. Времени осталось мало. Ну, еще чуть-чуть, почти дошли. Держись. Скажу за остальными, а ты держись. Магистрат надеется, что все зарегистрированные граждане правильно оценят ситуацию. Просим вас и членов ваших семей как можно скорее пройти регистрацию. Живи, давай сюда! Мы здесь, открываем! Сообщаю, что последние сроки регистрации граждан истекли. Возможно, ваш безответный отказ от сотрудничества... Тихо, они снаружи. Начинаем эвакуацию. Приказ Кука. Мы их отвлекаем, прикрываем выход. Ваша группа прикрывает тыл. Выход только отсюда. Ладно, только быстро. Патрули ходят. Страх! Ложись! Ложись! Марш! Ложись! Давай! Пойдем переулками! Я не советую вам терять время! Эй, ты цел? Эй, назад!
Пусти тихо, они рядом. Я тебя прикрою, двигай. Ну-ка, тихо! Нет, останься там! Борется за лучшую жизнь для всех граждан. Рекомендуем вам как можно скорее прекратить бессмысленное сопротивление. Вперед пошел! Из фланга! Уже сейчас очевидно, что вы обречены на поражение. Ваши люди немногочисленны. Вроде ушли. И плохо обучены. Давай через пожарный. А я прикрою. Мы готовы. Неограниченными ресурсами. Живей давай! Хочешь, чтобы нас убили? Ваше непонимание и попытки сопротивления... Без оружия ты не справишься. Вот, держи. Напряжение. В результате мы были вынуждены казнить всех военнопленных. Давай же, дыши! Не отключайся, не уходи! Если вы не прекратите бессмысленное кровопролитие, вас постигнет даже участь. Времени осталось мало. Черт, нас обнаружили! Взрывай дверь! Держи! Ну же, придум, теперь стреляй! Магистрат надеется, что все зарегистрированные граждане правильно оценят. На крыше должна быть дверь. Просим вас и членов ваших семей, как разомётся! Подай! Черт! Укрытие! Скину гранату! Эй, стоять! Он здесь! Руки вверх! Эй, гранаты! Внимание всех, кто сочувствует мятежникам! Я рассматриваю ваши усилия по позыву власти как акт отчаяния. Последний раз предлагаю вам задуматься о будущем. Внимание! Сигналы на системной частоте. Обнаружено альфа-экипаж. Магистрат Крона борется за лучшую жизнь для всех граждан. Рекомендуем вам как можно скорее прекратить бессмысленное сопротивление. Сюда! Отряд, я что-то слышу. Вот ноль, подозрительный шум. Предлагаю вам посмотреть на вещи трезво. Уже сейчас очевидно, пошел! Что вы обречены на поражение. Вот ваши урод. Люди немногочисленны и плохо обучены, а магистрат располагает неограниченными ресурсами. Граната! Стоять, давай, давай. Граната! Сюда! Ваше непонимание и попытки сопротивления вызвали здесь. Если вы не прекратите бессмысленное кровопролитие, вас постигнет та же участь. Времени осталось мало. Время.
Внимание всех, кто сочувствует мятежникам! Я рассматриваю ваши усилия по подрыву власти как акт отчаяния. Последний раз предлагаю вам задуматься о будущем. Магистрат Крона борется за... Дженкинс, где вы там? У нас мало времени. На фланге! Мы их задержим. Стреляйте! Бейте по стыкам! Стреляйте! Цепьтесь в ноги! Стреляйте! Стреляйте! Кошки внизу! Ваши люди немногочисленны и плохо обучены, а магистрат располагает неограниченными ресурсами. Назад! Назад! Громада! Ваше непонимание и попытки самоотделения вызвали... Без боя мы не сдадимся! Вычисление координат пункта отправки в альтернативном времени. Внимание! Сбой системы! Ошибка переноса. Возвращение прервано. Ошибка. Неизвестные темпоральные координаты. Двигатель обратного переноса поврежден. Функции системы изменены. Вставайся! Кому говорю, прости. Внимание пощады! Внимание всех зарегистрированных граждан! В связи с атмосферными экспериментами магистрата, направленными на вашу защиту, продолжительность... Зона большие мозги увеличится. Приносимо изменения недоставленные неудобства. Возможен сдвиг в ручном режиме. Что такое? Как ты это сделал? Он нас спас, и мне плевать, как именно. Проверь костюмчик. Внимание. Может, сойдешь у них за своего? Кто поддерживает повстанцев? Пошли, уходим. Я крайне разочарован таким поворотом событий, и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия. Если вы продолжите демонстрировать открытое неповиновение, я буду вынужден вас уничтожить. Пошли, сюда! О, черт! Нас прижали! Очевидно, что так называемое повстанческое движение с самого начала обречено на неудачу. Вчерашнее покушение только подтверждает эту истину. Диспетчер, у нас вторжение. Могу сказать только одно. Любые попытки выяснить мое местонахождение будут пресекаться в зародыше. Считаю своим долгом напомнить о последствиях дальнейшей эскалации насилия. Если акции неповиновения не прекратятся, мы будем вынуждены казнить всех военнопленных. Ложись! Ложись! Обнаружено стрелковое оружие. В настоящее время их уничтожение не является необходимым. Однако ваше бездействие – это тоже выбор, от которого зависит их жизнь. И соберемся на своей площадке. Я прикрою. Марш, марш! Что же касается военнопленных, я снова должен подчеркнуть важность своевременной регистрации граждан. Помните, времени осталось не так много. Если ваши родные близкие не пройдут регистрацию, они будут объявлены врагами магистрата. Зарегистрируйтесь сами. Стреляет! Берегись! И свою семью. Дерьмо! Не пройдут регистрацию. Стреляет! Берегись! Врагами магистрата.
тактика усовершенствована. Возможно, мы предлагаем вам лучшую жизнь. Магистрат Кроно был учрежден для блага и защиты всех лояльных. Выбор. И сделайте его вовремя! Обнаружен скрытый источник угрозы. Диспетчер! Вот ноль, слышу шум! Осторожней! Эй, что, слышали? Объект вон, хорошая игра! Всех зарегистрированных граждан! Вызов на вторжение! Код 5! Страта направленными на вашу защиту! Продолжительность сезона дождей может увеличить. Эй, что? Слышал? Обнаружен электрический... В местностях замечены незарегистрированные гражданские! Все растет!
услышал шум. Очевидно, что так называемое повстанческое движение с самого начала обречено на неудачу. Это ты спас Милза? Иди за мной. Покушение только подтверждает эту истину. Могу сказать только, что я тебе говорю. Любые попытки выяснить местонахождение будут пресекнуты. Командующий Кук говорит: Хансен, потеряли Карча и Миллера, но подобрали новичка, на которого стоит посмотреть. Не надо, Хансен. Просто сообщи ему мою командную частоту. Планы изменились. Веди свой отряд к зданию военной администрации. Пройдете в метро по тоннелям. Будьте осторожны, в парке пулеметы. Надеюсь, вы справитесь. Теперь или никогда. Хватило же у них наглости сюда сунуться. Времени осталось не так много. Отряд, слушайте.
тактика усовершенствована. Если ваши родные и близкие не пройдут регистрацию, они будут объявлены врагами магистрата. Зарегистрируйтесь сами, зарегистрируйте свою семью. Помните, наш распространяется только на зарегистрированных граждан. Стороны! Не двигаться, повстанец! Мы предлагаем вам лучшую жизнь. Магистрат Крона был учрежден для... Благо и защиты всех владельцев. Стой! Там какой-то шум. Командир, нужно подкрепление! Южная сторона парка! Ваш отряд, все, что у нас есть! Держитесь как-нибудь! Не давай ему умереть и отражай атаки. За доставленные неудобства. Обнаружен тепловой источник угрозы. Слышали? Осторожно, он где-то здесь. Yeah.
Там какой-то шум. Ты окружен! Брось оружие! Внимание! Разведка говорит, к вам большой гость! Берегите себя! Приближается источник угрозы. Обнаружено стрелковое оружие. Требуется повышенная подвижность. Командир, мы попали в засаду, но в общем справились. Новый парень всюду проходит, как нож сквозь масло. Просто невероятно, сэр. Понял. Береги своих людей, Хансен. Они нам понадобятся. Похоже, сынок, тебе придется действовать в одиночку. Надеюсь, Хансен в тебе не ошибся. Петро, как только доберешься до военной администрации, выходи на связь. Удачи. Что за звуки? Стой! Берегись, там гранат! Какой-то шум. Да. Что это за шум? Диспетчер! Вы это слышали? Эй, диспетчер, вызов 415. Как вы сюда? Обнаружен электрический источник угрозы. Сопротивление аресту! Внимание всех, кто поддерживает повстанцев. Я крайне разочарован таким поворотом. Если вы продолжите демонстрировать открытое неповиновение, я буду вынужден вас уничтожить. Диспетчер, вызов на беспорядки. Что за шум? Очевидно, что так называемое повстанческое движение с самого начала обречено на неудачу. Вчерашнее... Мод 0, слышу шум. Как это? Что за звук? Могу сказать только одно. Любые попытки выяснить мое местонахождение будут пресекаться в строгаше. Вижу подожди. Считай. О последствиях дальнейшей эскалации насилия. Если... Повиновения не прекратятся, мы будем вынуждены как с
всех военнопленных! Слышно? В настоящее время их уничтожение не является необходимым. Однако ваше бездействие — это тоже выбор, от которого зависит их жизнь. Что же касается военнопленных, я снова должен подчеркнуть важность своевременной регистрации граждан. Помните, времени осталось не так много. Обнаружен скрытый источник угрозы. Если ваши родные и близкие не пройдут регистрацию, они будут объявлены врагами магистрата. Зарегистрируйтесь. Тихо, сами. Страж! Зарегистрируйте патрулируют. Свою семью. А, помните, мужик в костюме. Наша защита распространится только на зарегистрированных. Я ждал подкрепления. Эмерсон хотел прорваться, но не смог. Он был самый быстрый. Мы предлагаем... Магистрат Крона был учрежден для блага и защиты всех лояльных зарегистрированных граждан. Надеюсь, вы все сделаете правильный выбор и сделаете его вовремя. Слушай, нужно добраться до здания администрации. Время идет. Крон уже казнил одного из наших информаторов. Мой человек сумел проникнуть в базу данных по разработке оружия. Забери данные, пока канал не перекрыли. Доберешься до сервера, свяжись со мной. До тех пор на связь не выходи. Говорил с Куком. Теперь мы с тобой. Неужели в одиночку пойдешь? Это даже для Кука слишком. Кот за углом. Повеселимся. Мы на позиции. Мы тебя прямо прикрываем. За вами. Ясно? У него пушка! Скорее! Он сейчас исчез! Держать, парни! Вызов на беспорядок! Что за звук? Атмосферными экспериментами магистрата. Именно вашу защиту. Продолжительность сезона дождей может увеличиться. Что за звук? Приносим извинения за доставленные неудобства. Отключено. Включено. Отключено. Кто поддерживает... Включено. Я крайне разочарован таким поворотом событий и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия. Отключено. Продолжить
Включено. Я буду вынужден вас уничтожить. Скоро все закончится. Ноль, слышу шум. Стоять, повстанец! Код 5! Чертовщина! Всем ответить! Слышали? Не может быть! Вот ноль, слышу шум! Объект в этом районе! Отряд, вот пять! Ну за шум! У него пушка! Сюда! Дорожка диспетчер! Вызов на беспорядок! Эй ты! Стой, где стоишь! Стрельба! Уйди! Ты? Я в укрытии! Ты слышал? Внимание! Работает кран. Будьте осторожны.
Внимание! Работает кран. Будьте осторожны. Стреляют! Арбалет! Это что за звук? Выстрел! Это слышали? Эй, слышали? Он двигался как стражи! Что это было? Диспетчер, вызов на вторжение. Должна сработать! Включай! Понял! Так, почти все! Охрана! Арбалет! Стой! Там какой-то шум. Требуется повышенная подвижность. Системы защиты отключены. Доступ в бойлерную открыт. Он пытается скрыться! Признайся, это ты виноват! Ты что творишь? Что? Твоих рук дело, не юли! Помешай. А! Я слышу! Объект в севере нарушитель! Повторяю, нарушитель! Отцепить периметр! Как слышишь? Что это? Ракеты! Я в диспетчерской, мы заперты. Рядом автоматические пулеметы. Понял, за пулеметом у лифта. Живым он не уйдет. Системы защиты включены. Что происходит? Отряд, вы слышали?
Системы защиты отключены. Прошлой ночью я опробовал режим активного прыжка. Не просто наблюдение, а вмешательство в прошлое. Вот, полюбуйся на последствия.